хватит! Или один из нас умрет! И что не так? Я нашел мать! Нашлись лишь для того, чтобы вновь потерять друг друга! Не пойму, что ты хотел сделать? Что? Тебя спасти? Нет, дело в другом. Я велела тебе не мешать, но ты все же здесь. Так что, теперь я в плену до самой смерти? Почему нет? Так я могу убить тебя, когда пожелаю. Но сперва расскажи мне все. Культисты тебе не докладывают? Ты на их стороне, но не похоже, что они на твоей. Думаешь, мной управляют? Так докажи. Раз я не на той стороне, убеди меня. Что ты хочешь узнать? Правду, какой ты ее видишь. Но потом я тебя убью. Почему меня бросили той ночью на горе?
из-за пророчества Пифии. Эфор и Спарты сказали, что выбора нет. Пророчество? Ты ведь знаешь, чьи слова звучат из уст Пифии. Знаю. Дитя, чья будущая жизнь оправдывает убийство. Что же это за пророчество? Культ забрал тебя к себе и превратил в инструмент своей воли. Я не инструмент. Не инструмент? А кем ты себя считаешь? Я божество. Культ чтит меня. Они хотят истребить нас. Всю семью. Всех до одного. Тогда почему я жива? Тебя взрастили. Заставили помогать. И создали механизм. Им плевать, что с нами будет. Деймос, мы тебя искали. А ты здесь. В этой яме. Я слышал крики. Пустое. Прочь! Живо! Тебе здесь не место, а девчонка! Я тебе не кукла! И ты мне не хозяин! Конечно, защитница! Это больше не повторится! Ты в темнице по своей вине. Не припомню такого. Ты должен понять, это все ради Афин, Алексиос. Перикл едва не разорил весь город. Люди жили в нищете. И вы его убили. Не разбив яйца, не найдешь идеальный желток. Он нас не устраивал. Так значит, при тебе все будет иначе. Меня защищают друзья. В меня верят люди. Они знают, что мои решения пойдут им на пользу. Все будут довольны тем, что я замыслил. Заходи внутрь. Ты ведь пришел убить меня. Ну так попробуй. На мое счастье, есть и другие пожары, что надо тушить. Говорят, назревает мятеж. Так скоро? Надо же. Я знаю, что делать. Мертвые не бунтуют. Как же ты справишься с ними, если боишься биться со мной один на один? Мне ни к чему марать руки. Народ сделал выбор. Я ведь говорил, люди наделили меня властью. Позволили решать. Но не за весь народ. Народ избрал свою судьбу, Алексиос. Он избрал меня.
Будь ты проклят! Это не мой выбор. Народ Афин все решил сам. Я и пальцем не пошевелил. Так поступают с мятежниками. Люди выбрали вслепую. Ты помог мне в Афинах по своей воле. Жаль, что вы с сестрой такие разные. Прости. Культ победил, Алексиус. Что ж, мне нужно успеть на корабль, идущий в Метелену. Нанесу ее жителям неожиданный визит. Любопытно. Может, смерть и впрямь величайшее счастье человека? Ах, почти успели. Участие тоже важно. Хвала богам, ты жив, Алексиус. Думаю, это не все. Нам нужно уходить и побыстрее. Стой! Вы должны знать о Клеоне. Сократ следит за мерзавцем. Мы уже все знаем. Поспешим. Его вещи, Варнава. Идем, Варнава. Алексиус, встретимся в доме Перикла. Там и поговорим обо всем. Лестница к Парфенону устлана трупами.